Всем огромный привет! Как ваши делишки? У нас сегодня такой морозяка, минус 16, но прям как-то очень-очень сильно холодно. Прям зябко. Значит, я сегодня оставила папу с детками. У нас сегодня воскресенье. Сама решила маленько съездить, развеяться на шопинг. Впереди же у нас праздников куча, просто, смотрите, 23 февраля, 8 марта, да еще и День Святого Валентина, вот-вот у нас уже тут на носу. А мне что-то по магазинам вообще некогда было вырваться, ни в Москве, ни здесь. В общем, сейчас поеду, что-нибудь буду искать. Вот, кстати, сегодня нанесла на себя вот этот аромат, это Тициана Теренци Морема. Напишите мне, у кого он есть, какие у вас с ним складываются отношения. Вот я его просто обожаю. Знаете, вот в такой вот мороз, я не представляю, как вот, например, жители какого-нибудь южного региона, типа там Краснодар или еще что-то, пользуются им. Мне кажется, вот ему нужен прям такой ух, морозец. Вот сейчас вот нанесла, в машине сижу и просто кайфую. Такой аромат потрясающий. Кто-то сравнивает с Tom Ford Черной Орхидеей, вообще не то, вообще не оно. Совершенно два разных аромата. Поэтому, если будете стоять перед выбором, то вот это вот такое мнение не имейте в виду, что он похож на Tom Ford Черной Орхидеи. Вот разные ароматы такие. Он такой деревяшистый. Здесь недаром вот такая деревяшка прям на самой коробочке. Вот такое благородное дерево. Мне кажется, дерево и смородина. Ну, понятное дело, что на фрагрантике вам никто полную пирамиду аромата не будет писать. Там такие ноты только вот приблизительно, потому что парфюмеры, они не раскрывают весь свой, всю свою формулу. Поэтому я иногда говорю, что вот слышу в этом аромате то-то, 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 то-то. Понятное дело, что мне, возможно, это кажется, да? У меня такое восприятие, но и не факт. Вполне возможно, что оно там и есть, просто этого не написали и не указали. Кстати, напишите мне, вы такого же мнения, что на фрагрантике не пишутся полностью ноты? Я где-то даже читала об этом. И, кстати, иногда вот на какие-то нишевые ароматы смотришь пирамиду, заходишь на официальный сайт бренда и сравниваешь, например, пирамиду там и на фрагрантике, они совершенно разные. Да что тут говорить, даже на двух фрагрантиках, англо- и русскоязычных, иногда также бывают несовпадения. Поэтому вот кому здесь верить, да? Нет такой истины в первой инстанции. Все это у нас, скажем так, дело... Такое творческое, все приблизительно, и не факт, что кто-то вам правду все скажет. Так, что я еще хотела вам сказать. Кстати, на мне сережечки вот такие вот из Sunlight, крылышки такие с бриллиантами, я их просто обожаю. Давно не надевала, вот сегодня решила их напялить. Короче говоря, поехали со мной по магазину. В общем, Морема от Тициана Теренци, очень крутой аромат. У меня даже есть к этому аромату свеча. Вообще, дом Тициана Теренци, он изначально был дом свечной. То есть выпускали свечи, а потом уже начали делать аромат. И вот эта вот свеча, у нее такой интересный фитиль, он тоже деревянный, такой плоский, как бы вытянутый плоский. И когда вот эта свеча горит, я первый раз такие свечи вообще встретила, хотя я свечной маньяк тоже, а когда она горит, она так трещит, как будто бы дрова в камине. Очень классная свечка, прям на зиму. Вот у кого камина дома нет, но кто хочет, например, провести вечер с любимым, там, с бокалом вина у камина, обязательно посмотрите к этой свечам. Ну все, хватит болтать. Поехали, машина уже прогрелась. Сейчас еще заедем на заправку. Я смотрю, бензина нет. Все, погнали. Вот слушайте, знаете, что я вам хочу сказать? Вот когда ты ездишь зимой по магазинам, это не совсем удобно, потому что в магазинах такая жара, а на улице такой холод. В общем, сейчас вышла из первого магазина. Что-то не хочу куртку одевать, прям жарко мне. Так, поеду. Кстати, вот этот свитерок. Блин, я в него влюбилась, когда я была в Москве, мы с Танюхой встречались, она была в таком свитере. Я ее когда обняла, она такая мягкая, блин, такой мягкий кашемир. Я говорю, Таня, где ты его купила? Ну, она мне рассказала магазин там в Москве, я уже не помню адрес. Мы туда поехали. Я всем продавцам показываю фотку, где Танька в этой кофте стоит. Они говорят, нету, нету, разобрали. Я ей звоню, говорю, Танюся, говорю, разобрали твои кофты. Она говорит, ну я попробую, там съезжу куда-то. Ну, в общем, назвала. Я, короче, у меня такая память, если честно, на все эти московские магазины. Она говорит, съезди туда, говорит, вышлю тебе. Я говорю, да не надо. В итоге, короче, все равно кофта у меня. Видите, как получается. Мне так нравится цвет вот этот меланжевый. Она круто смотрится с голубыми джинсами. Я вот сегодня, кстати, купила джинсы. Так что я довольная, как говорится, как слон. И более того, у меня таких кофт теперь три. В трех оттенках, вот в этом вот меланже. Смотрите, какой красивый, офигенный просто цвет. А потом желтая, желтый цвет я очень люблю. И такая вот молочная, почти что белая. Ну, так как вы видите, здесь ниточки две, там получается одна белая ниточка, вторая такая слегка коричневатая, и очень красивый оттенок получается у свитера. Короче, похвасталась. Не, ну действительно, я всегда ищу какой-то свой идеальный свитерок, чтобы он был
из хорошего материала, чтобы он был мягкий, не колючий, вот этот такой мягенький, прям кашемирчик такой, просто прелесть. И чтобы была вот такая шея. Я очень люблю вот такие шеи, потому что зимой это очень актуально. Не люблю вот это вот наматывание всяких шарфиков. Я очень люблю, конечно, шарфики, но вот зимой хочется как-то так, чтобы это было тепло, красиво и уютно. Вот. Купила себе сейчас кофе. Латте. Ой, вкуснятина какая. Подушусь еще раз своей маремой. Слушайте, кофейные ароматы, вот этот вот парфюм, они прям созданы друг для друга. Красота. Сейчас как раз вот вышла из кофейни, и когда заходила туда, чувствую от себя вот этот запах маремы. Как мне вот это вот смешалось с кофейным ароматом вот, в помещении, и я просто забалдела. Сейчас вот в машине сижу, решила обновить. Все, ребят, сейчас поехали дальше. Слушайте, посмотрела я сейчас вот этот хайлайтер первый. Вообще нифига не хайлайтер. Вот это сияние у него, типа как пудра. Вот эти щенячьи. Вот эти вот отживающие. Никто про них не рассказывал, но они прям шикарные. Жидкие тоже есть. Подводки. Все, кто меня обожает. Кто-нибудь брал уже ванши? Что скажете? Пусть подводки прикольные. Мне вот эти две понравились. Голубая и такая сиреневая. Внимание, кстати, скидка сейчас идет. Сейчас. Слушай, ну, как вы уже поняли, я приехала в Sunlight. Сейчас хочу что-нибудь выбрать. Посмотрим. Что здесь у меня есть? Я, как обычно, зависла у своего любимого стенда «Бриллиант Якутии». И сейчас очень хорошие скидки. Минус 70 и минус 50%. Сейчас будем что-нибудь выбирать. Девчата, все-таки, как ни крути, я считаю, что ювелирные украшения – это лучший подарок. Причем не только себе любимой, но и близким, подруге, маме, сестре, детям, мужу. Это здорово, это на века. Это, в принципе, очень хорошая инвестиция. Передавать можно по наследству. И здорово, что есть мобильное приложение, по которому я выбрала заранее украшения. Это мне сэкономило кучу просто времени. Сейчас примерим с вами прекрасные пусеты, которые я присматриваю для себя. Там очень крупный такой бриллиантик по центру и вокруг... А много еще таких более мелких. Мне очень нравится, как это выглядит. Очень стильно и красиво. Я еще хочу посмотреть вот такую коллекцию с полудрагоценными камнями, потому что она выглядит, по-моему, потрясающе. Сейчас покажу вам поближе. Вот здесь тоже есть где разгуляться. Тут вам, пожалуйста, и топазы, и аметисты, и фианиты различных цветов. Девочки, здесь просто разбегаются глаза. Здесь есть все. Сейчас буду мерить и посмотрим, какое украшение мне очень понравилось. Так, смотрите, какие красивые серьги. И на них тоже, да, сейчас да, есть да, да, скидка? Да. Или бонусы. Вот, 50% по вашим купонам будет 52%. Очень красивые топазы. Сейчас мне померим, нравится. Посмотрим, как они будут в ушах смотреться. Сейчас я продезинфицирую. Здесь выдают всегда специальные салфеточки для дезинфекции. Ух ты! Прям как раз под мой пуховичок. Такой цвет прям. Ой, прелесть какая. Там идет топаз, Лондон топаз и фианиты. Нет, фианиты не топаз, и Лондон топаз. Очень красивые. И они вот прям играют. Они прям шикарные. Девочки, смотрите, какую красоту можете заказать своим любимым вам на 8 марта. Мы выбрали, пусть лежат. Красота. Обалдеть. Очень красиво. Я люблю, кстати, такие цвета. Красиво. Свет прям, да, если гармония играет, а цвет уже темный. Прямо.
смотрится очень классно. Вот редко, кстати, когда вот таким, казалось бы, да, вот всякие типа, какие-то сценические, такие театральные, но на ушах они выглядят очень аккуратно. Прям здорово. Они сейчас стоят 86 990, скидка 50%, 43 445. Вообще классная цена. Отличный подарок, мне сейчас 8 мм. Покажите цену поближе, правильно? Хотя поближе. Хвостик играет. Угу. Обалденно. Это даже, наверное, стрекоза. Да, это стрекоза, бабочка. Класс. Очень красиво. Не, ну понятно, что не вспомнил, но пальтишко на какой-нибудь пиджачок. Да, сейчас весна даже, но весна, пальто куда-нибудь. На джемпер, на пиджак можно одеть. Вот даже на кашемировом свитере, как да, красиво будет. Даже вот сюда куда-нибудь, на воротничок. Мне очень понравилось такое украшение с опалом. Я опалы очень люблю. Здесь опалы в серебре, колечко, сережки. Сейчас будем мерить. Очень нежненько, да, светленько. Вот здесь как раз весна, лето такое, ко всему подойдет. Под ваши маникюр подходит. Красивый камушек такой, мне вообще опал очень нравится. Так, сейчас мы померим сережечку. Еще там браслет понравился в Италии, коллекция Италии. На нее тоже доски выглядят. Да, на нее тоже, на себе. Хорошо смотрится сейчас. Угу. Вот жаль, что такое освещение не передает, как камень играет. Он же очень красивый камень сам по себе, вот этот опал. Вот так, заходить в Sunlight. Зайдешь сюда и просто можно на весь день проплатить. Нет, мне понравился вот который из трех видов золота. Белое, желтое и красное. Это очень универсальная вещь, особенно если ты любишь носить белые и желтые металлы одновременно. Я как раз люблю. Ну и да, он подойдет уже. Он и форму держит. Да, это браслет такой на жесткой форме. Очень интересный. Застежка такая необычная. Сочетание даже будет. Ну что же, я свой выбор сделала. Сейчас осталось оформить все покупочки. И я показываю продавцу-консультанту, что у меня есть скачанное мобильное приложение. И сейчас по этому приложению я получу в подарок потрясающую подвеску. Я тоже хочу показать. Да, девочки, на выбор вам за то, что вы скачиваете мобильное приложение, дают подвеску, да? Да, подвеску в подарок. Причем на выбор. Вот смотрите, какие мне предложили варианты. 1, 2, 3, 4, 5 вариантов. Мне очень понравилась вот эта пчела. Смотрите, какая классная пчелка. Также вот можно взять Эйфелеву башню, вот такой под Ван Клифф. Просто вот такой кристаллик, либо розовое сердечко с перламутром. Отличный выбор. Я осталась очень довольна своими сегодняшними приобретениями. Обязательно все покажу вам дома. Все вместе с вами распакуем, рассмотрим поближе, поболтаем на эту тему. Мамка, мне очень понравились вот такие вот. Вот моя пальтишко. Такой total look. Меланжевый получился. Сейчас, кстати, модно все вот все в одном стиле. Либо все в белое, либо все вот в такое кремовое. Вот, мне очень нравится. Еще очень люблю джинсы. Манго. Прямо они очень круто смотрятся. И они посадка. Девчат, как вы поняли, я уже дома. Я уже умылась. Мои уже спят. Сын играет в компьютер, стучит. Очень здорово экономит мое время, вот то, что у меня есть это приложение. Кстати, советую вам скачать приложение Sunlight, ссылку на него я оставлю обязательно у себя под видео, и вы получите за это приложение в отделах Sunlight в подарок замечательную подвеску, и причем мне сегодня тоже опять подарили, я вам покажу ее, там на выбор было аж 5 штук, то есть можно выбирать любую, которая вам понравится. Давайте покажу вам, как я делаю всегда перед тем, как идти за покупками. Значит, у меня здесь вот мой профиль. Кстати, они уже пишут, что я достигла максимального статуса и называюсь у них богиней. Вот такой вот штрих-кодик можно показать.
вот этот, его там сканируют, и по этому штрих-коду вам начисляются бонусы и плюс выдаются подарочки. Так, значит, вот, смотрите, избранные мои товары. Вот те вещи, которые я для себя присмотрела. Мне очень нравятся у них бриллианты Якутии. В прошлый раз я брала себе сережки тоже от бриллианта Якутии. И мне очень понравилось качество и бриллиантов, и золота. В общем, вот здесь все, что я наложила себе в избранное. И уже, соответственно, я с этим пришла. И остановила я свой выбор на пусетах. Потом покажу вам, распакуем вместе и посмотрим. Вот, ну это то, что мне вот, например, лично нравится. Я вот вам показываю. Вот мои, кстати, сережки, в которых я сегодня была. Тоже обратите внимание, какая на них скидка сегодня, 50%. Вот вы можете зайти, значит, нажать. Все ювелирные изделия здесь очень красиво представлены. Всегда можно посмотреть, как это выглядит на модели. Это тоже здорово. Но всегда есть описание камней, вес, каратность. Курьерская доставка недоступна, написано. Выберите ближайший магазин. Ну, давайте посмотрим, где можно купить, например, эти серьги. Вот, пожалуйста, вам высвечиваются два адреса. Да? Два. Вот это конкретно у нас Лапландия, Кемерово. Вот сегодня я здесь и была. В общем, приложение работает очень классно. Удобная навигация по сайту. Удобное меню. Заходите в каталог. Вот вам здесь, пожалуйста, что ищете. Новинки, кольца, серьги, подвесы, бриллианты. Все, что хотите. И очень наглядно все и доступно. Девчонки, я вообще считаю, что ювелирные изделия – это самый лучший подарок. А впереди у нас с вами, сами знаете, День Святого Валентина, да еще и 23 февраля, да еще и 8 марта. Вот, так что, девчата, имейте в виду, что можно с хорошей скидкой приобрести классные изделия. Давайте посмотрим же уже, что у меня в этом. Я решила включить немножко подсветку, потому что уже темно, уже ночь. А мне вам показать не терпится темные коробочки. Ага. Вот, кстати, давайте начнем с вами вот с этой коробочки. Тут у меня как раз-таки подвеска потрясающая, которую вы можете просто так бесплатно получить, придя в магазин и скачав приложение. Вот смотрите, я себе выбрала на этот раз вот такую замечательную пчелку. Посмотрите, какая прелесть. Мне кажется, вот сейчас вот скоро лето у нас будет. И с какой-нибудь футболочкой классно будет смотреться, и с сарафанчиком. Давайте вот с этого начнем. Здесь, девчонки, такая красота сейчас будет. Обалдеете, просто обалдеете. Я себе выбрала браслет, который сочетает в себе три оттенка золота. Но это серебро, покрытое золотом, естественно, да? Сама застежка, посмотрите, какая она, фэшн-префэшн. Плюс тут есть белая, желтая, ну, соответственно, лимонная и розовое золото. Почему я выбрала себе этот браслет? Потому что я люблю миксовать, и я люблю сочетать белые металлы с розовыми либо с желтыми. Мне очень нравится такое сочетание. Сейчас самые модные дамы, за кем я, например, слежу в Инстаграм, Ксюша Бородина, Оля Бузова, Оля Орлова, они носят вот такого плана браслеты разных цветов. Вот у них может висеть рядышком вот такой с красным золотом, с белым золотом, с желтым золотом. И чем больше, тем лучше. И даже часы. Многие часы сейчас делают браслеты, сочетая разные цвета. Ну, золото, я не знаю, или серебра. Короче, это такой жесткий браслет. Он очень крутой, он так великолепно смотрится. И вот его, видите, сейчас модно, когда несколько браслетов, да, как я уже сказала, на руке. А здесь уже в одном браслете как будто бы три. Класс. Кстати, пока я распаковываю, хочу вас спросить, вам интересно было бы увидеть покупки одежды? Потому что я сегодня очень много чего себе купила. И вот хочу спросить у вас, показывать вам это или нет. А также я купила детские игрушки, немножко косметики в Литуале, что еще? Ну, еще заходила там в кое-какие магазины. В общем, если вам интересно, чтобы я показала остальные покупки, дайте мне знать, потому что все вот сюда в одно видео записывать, а вдруг вы не хотите это смотреть, это будет очень долго. Поэтому вот жду ваши комментарии, что вы мне скажете по этому поводу. Так, следующее у нас украшение. Это украшение из серебра с опалами. Вы знаете, как я люблю опалы. Те, кто смотрит мои сторис, я вам уже показывала свой комплект. У меня есть прекрасный тоже комплект с опалами, с австралийскими, в золоте, в лимонном золоте, который мне привезли из Хорватии. Вот. И когда я увидела сегодня у нас в Sunlight прекрасное изделие с опалами, посмотрите просто на этот камень. Он реально какой-то неземной. Вот как можно было в природе сотворить вот такое? Он чем-то похож вот на эту вот стирку, которая у меня на указательном пальце. Вот. Ну как вот такой камень может вообще быть, да? Вот я люблю, конечно, бриллианты, но и опалы обожаю, потому что они нереальные какие-то. Очень красивые. И к этому же комплекту я взяла себе вот такие вот серьги. Английский замок. Очень красиво смотрится на ушках. На лето вот этот камень будет просто потрясающий. Он очень красивый. Да и не обязательно на лето. Хоть когда.
и плюс они такие миниатюрные. Вот я почему сказала на лето, потому что такие вещи классно смотрятся в отпуске. Вот на фоне какого-нибудь там моря, на фоне какой-нибудь зелени, пальм и на загорелой коже. И сейчас будет самый главный гвоздь программы вот в этой вот коробочке. Сейчас я вам дальше буду показывать. Итак, давайте с вами распакуем. Ну, я думаю, что некоторые уже догадались, что же это за гвоздь программы у меня. Как вы видите, бриллианты Якутии в компании Sunlight упаковывают вот такие красивые кейсы. Здесь у меня пара прекрасных пусет из белого золота с бриллиантами. По центру вы можете видеть достаточно крупный единичный бриллиант. И вокруг россыпь более мелких бриллиантов. Качество этого изделия превосходное. В ушах ощущается очень комфортно. Можно даже спать в них, потому что очень удобная застежка. Все аккуратно завинчивается, вы их точно не потеряете. Они абсолютно гладкие, вы не поцарапаете ни ребенка, ни себя, ни волосы ваши здесь не запутаются, это очень важно. То есть вот такое изделие можно надеть, носить и, в принципе, снимать очень редко. Очень классно это в путешествиях, и, как вы видите, скидка очень хорошая была на бриллианты Якутии, в данном случае аж 70%. Здесь вы можете посмотреть артикул, если поставите на паузу, и почитать описание бриллиантов, каратность, чистоту, посмотреть, какая проба у белого золота. В общем, я очень довольна покупкой, желаю вам приятного настроения.